Вы смотрите «Белсат», вы смотрите «Вечерний шпиль» с легким паром. Тьфу, это потом. Я вас жесточайше приветствую. Пока мы не виделись, Лукашенко вышел на свободу. То есть не настоящий Лукашенко, а человек на него похожий. После появления на митинге в Гродно в таком виде Андрея Януковича арестовали. Сначала на 7 суток, потом добавили еще. Потом, наверное, поняли, что это не Лукашенко. Александр Григорьевич, будьте осторожнее с визитами в Гродно. Непонятно, под чью дуду пляшет местная милиция. Тайная самокоронация. Положив на Конституцию. На собеседование в президентскую баню. Вся правда о Навальном. Сверхоружие Путина. Новые приключения твердого орешка. Пока не настоящий Лукашенко наслаждался свободой, не настоящий президент провел инаугурацию. День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы. Это не то видео, хотя лица гостей Минского бункера тоже выражали радость и оптимизм. Ну, присмотритесь. Подготовку этой спецоперации держали не только в тайне от народа, но и от самих участников. Об этом московскому комсомольцу рассказали известные сторонницы Лукашенко, певицы, сестры Груздевы. До последнего никто ничего не подозревал. Когда все расселись, я заметила военных в парадной форме. Их было очень много. И тут до меня дошло, что мы присутствуем на инаугурации. Свои предположения я озвучила вслух. Солодуха не поверил. Вы уверены? Я ведь не побрился. Да мы, собственно, тоже не наряжались особо. Не знали ведь, где окажемся. Думаю, вместе с Груздевыми многие присутствующие переживали, что оделись не совсем подобающим образом. А особенно балаклава пошла бы виновнику торжества. Представители платформы «Голос», которые во время выборов проводили альтернативный подсчет голосов, заметили, что тогда к ним пришли снимки всего 658 бюллетеней за Лукашенко. На так называемой инаугурации присутствовало около 700 гостей. Цифры сошлись. А вот для посла России места во дворце не нашлось. Или он сам не пришел. Чтобы отвлечь внимание от отсутствия в зале хоть каких-то иностранных гостей, подчиненные Натальи Эйсман смонтировали нарезку видео прошлых встреч Лукашенко с лидерами иных государств. На завтра Александр Григорьевич объяснялся с послом Китая, которого накануне тоже почему-то не было. Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что вообще кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Да тут не только маршрут, но и сама инаугурация нетрадиционная. По закону церемонию вступления в должность президента должны транслировать в прямом эфире. Но государственное телевидение показывало нечто иное. Пока не балет, но сериалы. Ведь живой эфир связан с большим риском. На государственном телевидении все еще работают неблагонадежные люди. Так, в детской передаче «Колыханка» на этой неделе показали сюжет о жадном мишке в короне, который свалился с трона, а его место заняла лисичка. Но даже в записанном материале ведущий теленовостей на госканале допустил странную оговорку. Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на белорусском языке, положив красную руку на Конституцию. Почему же красная? Ведь Лукашенко все время повторяет фразу о синих пальцах. Но зря волновались телепропагандисты. Известие об инаугурации было встречено настоящим ликованием. Отчет об этом подготовили Эдик и Санек. После прошедшей инаугурации президента улицы белорусских городов охватили радостные гуляния и залихватские вечеринки. Вообще балдеж! В
Всего этого могло бы и не быть, если бы не эффективная борьба с постоянными атаками западных кукловодов. Наша главная разработка – ШИФ-73. Шапочка из фольги. Защищает от американских и польских атак из космоса. А ПРО-версия – модель с антенкой. Еще и от медведки на земельных участках. Теперь эти сволочи, американцы, через космос не заставят меня опять бить жонку. Всеобщую эйфорию и состояние абсолютного счастья прокомментировал председатель Ноябрьского района Константин Валерьевич Жоних. Вы не поверите. С утра захожу в кабинет, смотрю на стену, а там на портрете усы замироточили малиновым вареньем. По усам текло, да в рот не попало. Маргарита Шаленая, Алексей Понин. Региональные новости. К вечеру жители страны так разгорячились, что их пришлось остужать из водомета. А в эфире вечернего шпиля рубрика «Ирония судьбы». Охрана, само собой разумеется, был Лукашенко, был Коноплев, был Козулин. И были эти три девушки. Вони були в бані, так? Да, они были в бане, в президентской бане. Модельер Саша Варламов признался украинским журналистам, что поставлял девушек Александру Григорьевичу. Я еще одних, одну троицу нашел из старого состава. Одна из них была Анна Эйсман. И, судя по рассказу Варламова, Анна не зря потела. После того, как она съездила туда, ее взяли на БТ, позже ее брата поставили... Короче, он руководил агентством телевизионных новостей на БТ. Потом он женился на одной, ну, фиктивный брак был, на одной из журналисток БТ. Потом эта Анна Эйсман ввела эту журналистку на БТ и своего брата к Лукашенко. И Лукашенко сделал эту журналистку своим пресс-секретарем. Не вижу ничего скользкого. Александр Григорьевич – известный борец с коррупцией, поэтому логично, что хочет убедиться, что работает только с кристально чистыми кадрами. А где это еще сделать, как не в бане? Если провинился, то и шею намылит. И это была рубрика «Саша, как насчет новой мочалки?». Лукашенко – это один из самых закрытых и малопубличных людей Беларуси. Я говорю о Викторе, старшем сыне Александра Григорьевича. Он то ли сам сторонится прессы, то ли ему папа не велит. Но сотрудники агентства «Спутник» как-то умудрились пробиться к Виктору Александровичу и даже взять у него интервью. Ну, как интервью? Три предложения. Смотрите, убранные и вспаханные поля, красивый чистый город, люди идут, кто-то отдыхать, кто-то со своими детьми прогуливаться. А митинги, ну, прошли и прошли, нам было не страшно. Им не было страшно. Речь о событиях 23 августа, о которых пресс-служба Лукашенко сняла целый боевик. Правда, ни в вертолете, ни перед ОМОН, ни даже в так называемом кризисном центре старшего сына Лукашенко тогда не наблюдалось. Может, примерял купленные 2 года назад вышиванки в качестве маскировки? Или вообще находился подальше от эпицентра событий? Тем временем сын министра иностранных дел Беларуси Виталий Макей уволился из МИДа. Об этом сообщил портал Тутбай со ссылкой на неофициальные источники. Похоже, пока сыну Лукашенко не страшно, сыну Макея стыдно. Ну, а сам Владимир Макей продолжает служить бывшему президенту и на неделе пригрозил санкциями Евросоюзу. Как же теперь Меркель снимет зайчики со счета в Беларусьбанке? Но перенесемся в Россию. Путин в очередной раз заявил о превосходстве российского оружия. Ну, наконец-то, Владимир Путин показал миру свои комплексы. В смысле, грозное оружие, находящееся в руках, и не только в руках, российского президента. Сотни тысяч людей на протяжении целого ряда лет посвящают себя, свои силы и свою жизнь выполнению важнейшей задачи – созданию новых,
уникальных видов оружия. Новым видом оружия Путин воспользовался совсем недавно. Оказалось, что Алексей Навальный пострадал не от полония или новичка. Против него была применена голосовая ракета «Оно само» с маневрирующим гиперзвуковым подвохом. Двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющий направление по высоте и по горизонтали, занимает особое место. Когда горели леса и авианосцы, когда тонули деревни и репутация страны на международной арене, когда пропадали из бюджета очередные миллиарды, это все были последствия испытания ракеты «Оно само». В некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов. По ряду характеристик это уже совершенно очевидно. Кроме уже упомянутой ракеты, в арсенале российского президента оказались такие виды оружия, как лазерный комплекс «Это не мы», морской подводный роботизированный комплекс «Муть». Поскольку дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать. И главное оружие последних лет – крылатая ракета неограниченной дальности «Божья роса», бьющая, как известно, прямо в глаза. Издание «Le Monde» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что президент России во время разговора с президентом Франции предположил, дескать, Алексей Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок». И у вечернего шпиля есть этот разговор. Владимир, скажите, как обстоят дела с Алексеем Навальным? Эммануэль, вы это у немцев спросите. Они же его отравили. Так его все-таки отравили? С чего вы это взяли? По нашей информации, никакого отравления не было. Но вы только что сказали про яд. Правоохранительные органы считают, что яд он принял сам. Они это выяснили в ходе расследования? Какого расследования? Преступления? Никакого преступления не было, просто нарушение обмена веществ. А как же немецкие лаборатории? Так они и отравили. Новичком? Это не к нам вопрос, Эммануэль. Но новичок – это русский яд. Неправда. Мы никогда новичок не разрабатывали. А как же Скрипали, Владимир? Не знаю. Мы весь новичок уничтожили. Так он у вас был? Да не было никогда. А что с Навальным? Сахар упал в крови. А в кому почему впал? Потому что нам это невыгодно. А кому выгодно? Его окружению. Они отравили. Так арестуйте их! За что? За отравление, Владимир! Эммануэль, о каком отравлении вы говорите? Никакого отравления не было. Дурной какой-то. Объясняешь, объясняешь. Лягушачьи лапки вместо мозгов. Этого не покажут независимые СМИ. Сотрудник помогает старикам донести сумки. Пост, который разместил у себя в Фейсбуке сторонник Лукашенко Иван Тиринов, вызвал горячее обсуждение. Жестокосердые комментаторы решили, что это не возвращение сдачи или шопинга, а фотошопинг. Откуда такое предубеждение? Ведь всему миру известно, что ОМОН в Беларуси славится своей отзывчивостью к людям, а особенно к пожилым людям. Тем временем за последнюю неделю в Минске сняли два ремейка известных западных фильмов. На женском марше фотограф ТАСС запечатлел новую версию «Основного инстинкта». Здесь нельзя курить, не срано. Вы подадите на меня за это в суд? Во втором случае ОМОН тоже помогал при съемках. Но это уже больше напоминало новую часть французского блокбастера «Такси». Да, белорусы в последнее время очень часто вспоминают сюжеты из «Такси».
ЦРУ меняет тактику в Беларуси. Вместо того, чтобы идти на пролом, сжечь покрышки, бросать камни, западная агентура, все эти проститутки и наркоманы собираются по дворам, пьют чай и поют песни. Мало того, теперь чуть ли не у каждого квартала есть свой флаг. Вот, например, знамя жителей улицы Голодеда в Минске. Но каждое воскресенье они пытаются пробиться на чаек к этому самому деду. И он готов встретить непрошенных гостей жесточайше. Итак, по всем городам Беларуси сегодня проходят массовые митинги. И к нам поступает информация о том, что над Минском появился трактор-мен, настоящий белорусский герой. От его взора не скроется ни один проплаченный нацпредатель. И западные наймиты в страхе разбегаются, потому что защищать страну прилетел железный долгунец. Отважный защитник своего отечества и толпа провокаторов поделена на ноль. Дорогу озверевшей толпе преграждает Лукиборг Т-80. Шансов у пятой колонны не было. Ну а дворец президента охраняет легендарный крепкий картошек. Республика может спать спокойно. Александр Григорьевич! Александр Григорьевич! Александр Григорьевич, протестующие двигаются к дворцу, надо идти защищать. Наташенька, дай мне 5 минут. Александр Григорьевич, мы уже все приготовили. Автомат, бронежилет, памперс, двойной. Наташа, я... Черт, американцы меня засекли. Готовь вертолет, мы улетаем. А как же протестующие? На этот раз им повезло. Но в следующее воскресенье они у меня получат. У меня прям кулаки чешутся. Я бы их голыми руками, если бы не американцы. Хорошо, Александр Григорьевич. Тогда я все тут оставлю до следующего раза. Встретимся в вертолете. Наташа! Да? Памперс у вертолет захвати. Хорошо, Александр Григорьевич, хорошо. И это были новости, похожие на шутки, и шутки, похожие на новости. Это был вечерний шпиль на Белсате. Увидимся через неделю.